что? Ты в порядке? Спасибо. Чуть не утонула. Надо уходить. Он все еще здесь, этот тип. Черт! Хотели устроить мне сюрприз, пиратские приключения. Отличная задумка. Правда. Это забавно, мне весело, но... Парни, которых вы наняли, слишком далеко зашли. Вы пожадничали. Решили не тратиться, и вот... Эти парни слишком много себе позволяют. Ну, вы меня поняли, да? Если захотите как-то от них избавиться, не вопрос, я с вами. Они же просто гребаные психи. Гоняются за нами повсюду. Алекс! Джулия! Надо найти всех. Что-то... Кто-то надо мной издевается. Да они издеваются. Просто за идиота меня держат. Надо найти всех. Не знаю кто, но они надо мной издеваются. Просто издеваются. Да, надо заглянуть за дверь, конечно. Так. А может... Не, все же надо. Так, ладно. И как мне открыть эту сраную дверь? Надо чем-нибудь ее выломать. Капитан должен был знать, что за хрень тут творится. Не слишком-то он следовал собственным запретам.
Для двери пойдет. Увесистый. Меня напугал. Ладно, пойдем дальше. Найдем остальных. Твою мать!
не любишь? Нужно укрыться. Безопасно? Сойдет, наверное. О, привет! Похоже, мы внезапно приблизились к миру духов, не так ли? Вам уже ясно, что происходит? Как это прекратить? Как спасти жизни ваших несчастных безбилетников? Узнаете, надеюсь. Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли. Той ночью было много смертей. Позвольте помочь вам, дать подсказку. Ну что ж, как бы сказать, здесь могут быть замешаны силы, близкие к науке, и даже, может быть, к политике, понятно? Менее потусторонние. Вы, может, уже кое о чем догадались? Что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Надеюсь, это поможет. Вам разве не интересно, что обо всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий? Вперед, за дело. Скоро поговорим. Что за херня с тобой творилась? Брэд, тебе же крышу снесло! Ты чуть меня не убил! Что? О чем ты? Да ладно! Что за ерунду ты несешь? Что за хрень творится на корабле? Потому что, если честно, мне кажется, здесь, ну, обитает какое-то зло. В буквальном смысле. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво. Ладно? То, что я видела... Короче, там были трупы. Трупы солдат. Они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь... Я бы сказал, звучит не так уж и безумно. Я что-то видел. Какую-то старуху, полоумную, ровесницу динозавров. И все бы ничего, но она просто взяла и исчезла. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Джулия,
я бы тебя не обидел. Ты ведь знаешь. Я знаю, просто... Так, погодите, окей? Этот корабль не просто жуткий, а какой-то совсем уж жуткий. Сечете мысль? Тут явно что-то происходит. Что мы знаем наверняка? В чем уверены? Я долбанулась, или это корабль-призрак? Ну, типа, корабли-призраки существуют, и мы как раз на таком, и нам теперь всем хана. Вот и я хотел сказать. Что здесь произошло на самом деле? Не знаю. Здесь сплошная чертовщина. Плесень, грязь, вонь. Всякая жуть. Мне здесь не по себе. Что случилось с экипажем? Куда все делись? Это прям как круиз по реке Стикс. А трупы откуда? Идут в комплекте? Они выглядят так, будто умерли от страха. Мы знаем больше, чем раньше. Это уже кое-что. Мы тратим время. Надо действовать прямо сейчас. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдем. Дюк не заведется. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. Можно ее задействовать. Здорово, но ты уверен, что она еще работает? Нужно как-то туда подняться. Надо валить с корабля. Ну да. По-моему, мы, короче говоря, полные задницы. Нашли выход? Увы, нет, но я буду искать. Эй, мне нужна помощь. Тут мы сможем подняться. Подсади-ка. Я помогу. Здесь я бежала за Конрадом. А, знакомое место. Сюда. Тут можно пройти. Нашли радио? Нет, но радио на корабле должно быть. По-другому быть не может.
Наши шансы на выживание я оцениваю невысоко. Что-то тут не так. Если идти в Сан-Франциско, то не таким же маршрутом. Как будто пытались отвести всем глаза. Типа прятки, только в океане. Эй, может, радио работает? Смотрите! Быть. Оно до сих пор работает. Старые радиостанции мало отличаются от современных, если подключить к сети. Сейчас попробую. О, работает! Номерная радиостанция. Военная частота. Попросим помощи. Эй! Эй! Меня кто-нибудь слышит? Алло! Принято. Прием. Охренеть! Есть контакт! Если вы слышите, мы на старом грузовом корабле. Наши примерные координаты... 12.30 южной широты, 151.20 западной долготы. Пожалуйста, мы вас ждем. Нужна помощь. Мы на грузовом судне, большом, заброшенном. Алло! Алло! Вы меня слышите? Ну же, прием! Йоу, народ! Зацените! Куда-то же этот путь ведет. Надо попытаться включить электричество. Нам нужно включить радио. Кто-то из нас должен остаться здесь, возле радио. Скажу честно, от меня там будет маловато толка. Пойду я, разумеется. Я все сделаю. Идти должен я. Серьезно? Ты? Да ладно. Что, испугался собственной тени? Испугался, что мой тупой брат убьется. Давай, покажи мне братскую любовь. Ну, если ты хочешь, я в тебя верю, бро. Я тоже иду. Эй, что? Джулия, нет. Ты не всегда сможешь меня защищать, здоровяк. Я справлюсь, честно. Эй, раз Джулия сказала справиться, то справится. И точка. Ну что, Джулия, ты и я. Кости целы? Все на месте? Все целы. Нормально. Что будем делать? Нам надо найти генератор. Если запустим его, запустим и радио. Ладно, мы будем ждать у радио. Эй! Ты первый. Это, видимо, нижний уровень корабля. Хотел бы я, знаешь, кайфануть. Что за хрень ты несешь? Ну... При других обстоятельствах этот корабль был бы крутейшим местом для исследований.
Серьезно? Вот уж нет. Вовсе нет. Сказала та, кто первая погрузилась к Крэгу. Заткнись. Эй, иди посмотри. Смотри, там внизу. Машинное отделение. Самое место для генератора. Лестница обрывается. Кажется, я могу... Стой! Ты в порядке? Да! Я в норме. Спускайся! Господи! Чего? Смотри, там... Это... Стой, ты не видела? Ау? Ладно, ладно, так. Значит, у меня есть глюки, а у тебя нет. Да, думаю, мы все сходим с ума. Я думаю, виноват туман. Из-за тумана могут быть глюки? Этот туман пудрит нам мозги. Думаю, именно так все и было. Потому и на корабле никого. А с упавшим самолетом это никак не связано? Ну, может, и был контакт. Может, они наладили связь. В общем, как вариант. О, боже. Ладно, идем дальше. А знаешь, чего я хочу? Сухие шмотки? Да. Посмотри. Это ребризер. Походу, они с нашей яхты притащили. Он еще работает? Там есть немного смеси. На пару минут. Стоит его брать, он тяжелый. Он будет нам мешать. Не, к черту. Рухлить. Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Écoute. Écoute-moi! Non! Fais pas ça! D'accord! Je t'avais dit de fermer ta gueule! Oh, tchut! Постой.
яки. Хотите захапать все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытайтесь меня облапошить. Чтобы не делиться. Эй! Пожалуйста, скажи, что да. Да, конечно. Эти двери способны выдерживать много. Все, все. Не с места. А вот теперь никто из вас не изменится. Повернитесь. Тихо! Медленно! Вот так! Ладно! Не меняйся! Не смейся! Руки вверх! Тихо! Нет, нет! Нет, не так! Никаких перемен! Все! Просто убери пистолет! И никто не пострадает! Думаете, я хотел убивать? У меня просто не было выбора. Он внутри нас. Я прав? Я же прав. Вот опять. Опять все переменилось. Что? Что изменилось? Назад! Не лезьте к туману. Что? Здесь нет тумана. Не вдыхайте. Не вдыхайте туман. Почему нельзя вдыхать? Как он действует? Он зло. Он оживляет то, что не должно быть живым. Уже внутри. Уже внутри нас все. Пожалуйста, успокойся. Стоп. Стоп. Он же в ком-то из нас. Убери пистолет. Слышишь? Что за разговор? Чего ты меня приказываешь? Да, вы вдохнули туман. Только что. Я чувствую. Ладно, хорошо. Да, там и правда что-то такое было. Какая-то дымка или туман. Я знал. Говорил. В тебе есть туман? Нет. Мы не вдыхали, мы задержали дыхание, ясно? Да ладно! Вы типы крутый дайвер! Но думаете, я куплюсь? Мы здесь уже много часов. Вы типа все это время не дышали? И сейчас не дышите? Боже! Он во мне! Кошмар! Я вдохнул туман! Он во мне, да? Я чувствую, как он там вихрится. Меняет меня. Внутри. Нет. Хватит врать. Вы все видите его во мне? Вы просто врете! Туман! Внутри! Он меня заживо! Эй, чувак, давай просто... О, твою мать!
Жди возле радио. Зачем? Иду на уровень ниже. Может, там есть полезное оборудование. Постараюсь недолго. Подожди меня здесь. Я тоже буду здесь. Скажешь, кто же. Крышка трамблера у их босса. Я его видел. Надо идти за ним. Наверное, это мы и слышали. Господи, что это? Какая разница? Нам нужна крышка трамблера. Вот! Он точно пошел туда. Ты посмотри! Вон он! Думаешь, сможем перебраться? Ну да. Я туда не допрыгну, Алекс. Я поищу другой путь. Черт! Черт! Жесть! Ты смотри, вот бывает же везение. О!
Стой! Стой! Хватит! Эй, успокойся. О, Господи. Флис. Есть. Ну что, попробуем? Козел, захвативший яхту, думал, там золото. Он хотел золото. Вот и все. Маньчжурское золото. Оно оказалось совсем не таким, как мы представляли. Я кручу это в голове все время. И не могу понять никак. Просто. И помню, что видел. Просто. Как поверить в то, что я там видел-то? Я видела Алекса. Но это был не Алекс, а кто-то другой. Но он выглядел как Алекс. Он смеялся надо мной. Вот вы мажоры. Это, кто-нибудь хочет пивка опрокинуть? Давай. Поздравляю! Все ваши подопечные еще дышат. Достижение, можно сказать. Ситуация накалилась, но Алекс сумел сдержаться. Молодец, Алекс, и вы молодцом. Все дело в решениях, не так ли? В решениях, принятых в спешке, в панике, принятых не разумом, но сердцем. Или наоборот... Решениях, последствия которых могут проявиться не сразу. Но они, безусловно, проявятся. Всегда есть последствия. Что ж, до встречи. Может, в Литл Хоуп, а может быть, где-то еще... Но знайте, мы встретимся. Это неизбежно. Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare...
Всего эта посудина прислала СОС. Прямо настоящий корабль-призрак, а? О! А это что?